Дорогие друзья, всем здравствуйте. Начинаем четвертый тур нашего турнира. Цитадель против Причала. Фаворит против аутсайдера. Ну, я думаю, тут уже все, я думаю, предельно ясно, кто кого и сколько раз. Так, значит, делаем, наверное, так. Причал расставляется первый, так как у них вроде аспиды по 12 скорости. А у цитадели у варваров там вроде у феник... Ой, у птицы рух 11, что ли. Ну, я думаю, большого значения не имеет. Я думаю, варварам это не поможет. Так, где у нас змея? Сюда поставил. Значит, широких надо в угол убирать. Чироки-щирюки. Ну, как-то так. Поехали. Будем ждать. Ну, пират, я думаю, сейчас сделает свое черное дело бедного чудища нашего. Расстреляет. Уведет, а потом немножечко расстреляет. Так, ну чё, стрелки по стрелкам, я думаю. Так вот. Четверых одним ударом. Силачом слывет недаром. Давайте. Так, сюда. Ну, давайте так. О, гоблином отлично я встал просто. Блок. Александр, блок. Ну, блин, стоять-то не выход, да и подходить не хочется. Ну, облачнемся. Можно чуть подлететь. Наш мега-змей. В принципе, я думаю, можно не бояться, спокойно идти в атаку. Даже если его там раскурочит. Вот, самое главное, боевая единица.
Мне интересно, что если чудище ударит этого Никса? Что перевысит? 80% игнор защиты или 60% игнор атаки? Так, ну чё, будем, наверное, руха бить. На ком сконцентрироваться. Да, возможно, стоило пирата бить. 420, 600, 500. Чем их меньше, тем, я так понял, шанс меньше, и меньше этим точным выстрелом заберет. Блин, так соблазн велик. Жахнуть прямой стрелой. Не. Так. Ну, нифига у него атака 0,8-1,5. Так, ждем, ждем. Ослабляем. Вот и все. Сосредотачиваемся. Так, а псина вроде потом... Блин, неизвестно, потом она первая или... Так, на две клетки вопрос. Да, не первая сходилась. Блин, на две клетки-то не хватает. Всего 2-3. О чем тут можно говорить? А, я ж хотел пиратом добить. Чё-то я тупанул. Да пофиг, пошли. Все равно уже ничего не спасет. А у этого тоже скорость 8. Что-то я... Ну ладно. Ну, ничего страшного. Я думаю, ничего страшного для причала особо не случилось. Я первый тебя ударю. Ладно, я второй тогда тебя ударю. Ой, блин. Чуть-чуть промазал. Бедный огр. Как же он...
Растерзали. Уи-уи. Слабо на слабого, сильно на сильного. Орк стреляет. Понятно, почему теперь у нас стадель одна из самых слабых рас. Потому что оркам хотя бы нет штрафа в ближнем бою бы сделали. Нет, он просто стреляет и все. С такими огроменными топорами вблизи наносит половиненный урон. Ну как так? О чем тут вообще можно говорить? Вот так вот. Все было предсказуемо. С нетерпением ждем остальные бои, друзья. Всем пока.